В рейды выходят и спасатели. Например, патрулируют водные объекты. К примеру, в Нефтьюганске специалисты регулярно мониторят ситуацию на Голубом озере, Юганской Оби и водоемах на территории лыжной базы. Специалисты патрулируют регулярно. По следам на неокрепшем льду видно, кто-то уже не удержался от прогулки. Спасатели предупреждают, это может привести к печальным последствиям. Так, на этой неделе в Югре уже случилась первая трагедия. В окрестностях деревни Ярки Ханты-Мансийского района 36-летний мужчина погиб, провалившись под лед. По словам спасателей, раньше середины или даже конца ноября на водоемах Югры крайне опасно. Любителям зимней рыбалки стоит подождать, а инспекторы, в свою очередь, продолжают напоминать простые правила, которые могут спасти жизнь. Не паниковать, попытаться собраться, широко расставить руки при провале под лед, не пытаться молотить руками-ногами и громко звать на помощь, попытаться, всем раскинув руки, всем телом навалиться на лед и потихоньку, работая ногами, как при плавании, попытаться вылазить на лед.